благоустройство. Что делаем? Что делаем вот это? Они заузили, и проехала грузовая машина, переломала все баки вовремя. Есть фиксация? Игорь Васильевич, что там, то, что натворил, что-то они переломали бордюры? Вот пройдемте, пожалуйста, посмотрите. Ну мы сейчас бордюры идем смотреть. Да, буквально. Это важно сейчас, здесь пойдем бордюры будет, смотреть. Да. Серьезно, мы тут видите, вы что-то ходили еще? Нет. Ну правда, значит тут дорожные работы сейчас. Ну вот это бордюр, естественно, принимать не будем. Я так менять не буду. Пускай они сам. Они свои техники поставили сюда. Мы будем актировать, и эти они принимают. Да, без проблем. И куда ты там денешься? Другое дело, еще раз я повторю. Игорь Васильевич, отдельный человек у тебя должен на улице Мира быть, отдельный на Березовой улице. 33 человека. Каких 33? Еще раз говорю, у вас 30 человек. У нас? Еще раз говорю, вы, пожалуйста, здесь не спорьте, либо я сейчас накажу вас. У вас на Мира должен быть человек отдельный, на Березовой роще. И этот человек не должен скакать. Я бы это так сделал бы на вашем месте. Все. Значит, ваша фамилия как? Лэнд. Вы несете ответственность за эту улицу вместе с Каминской. На Березовой роще предлагайте. По Березовой, вот а при чем тут еще раз дорожная говорю, работа? Еще раз говорю, еще раз говорю. Вы сейчас почему меня заставляете принимать? Вообще вы за все ответственны. Я вам сейчас помогаю, что вы должны всего спрашивать по улице Мира за все. И за асфальт, и за благоустройство, все полностью. А кто-то на уровне заместителя, как минимум, Пенин, Пенский там отвечает, первый заместитель, к нему помощь от вас тот, кто у вас там закреплен? Кто тоже, там да? закреплен? Тоже. Кто там должен закреплен? Он приказом закреплен, здесь и по значит, я вам приказываю закрепить заместителя. Не ниже уровня. Там федеральный проект. Вы только здесь, не там, только здесь. Ивка, я вас должен увидеть с 8 часов утра до 8 вечера здесь. Вы контролируете. Тот объем работы не принимаем. Идем на следующий участок.